Привет, друзья! Меня зовут Кузнецов Александр, я демонстратор компании Makita. Сегодня я расскажу вам об аккумуляторном ударном шуруповерте Makita TD111D, который без труда справится с различным крепежом. Инструмент работает от стандартного 12-вольтового литий-ионного аккумулятора, который подойдет более чем для 70 аккумуляторных инструментов линейки CXT. Makita TD111D оснащен мощным бесщеточным двигателем. Тип патрона шестигранный 6,35 мм или 1,4 дюйма. Под стандартный хвостовик биты. Максимальный крутящий момент 135 ньютонов на метр. Размеры крепежа: стандартный болт М5-М14, высокопрочный болт М5-М12, саморезы стандартные до 90 мм. Частота холостого хода на первой скорости от 0 до 1300 оборотов в минуту, на второй скорости от 0 до 3000 оборотов в минуту. Частота ударов на первой скорости от 0 до 1600 ударов в минуту, на второй скорости от 0 до 3900 ударов в минуту. Инструмент предназначен для закручивания и откручивания различного крепежа. Без труда справляется с длинными саморезами или глухарями. Важное замечание. При работе ударным шуруповертом у вас нет давления на кисть, как это встречается на дрелях шуруповертов. И вы можете без особых усилий завернуть длинный крепеж. Комплектация TD111DZ поставляется в картонной коробке с клипсой для крепления на ремне. Зарядное устройство и батареи не входят в комплект. Их вы можете приобрести отдельно, например, набор из фирменного кейса MacPack, быстрого зарядного устройства и пары 2-амперных батарей. Важное замечание. Если у вас уже есть 12-вольтовый инструмент Makita линейки CXT в полной комплектации с аккумуляторами и зарядным устройством, вы можете существенно сэкономить на их приобретении в дальнейшем, потому что наши аккумуляторы и зарядные устройства совместимы со всей линейкой 12-вольтового инструмента Makita. Ударный шуруповерт оснащен сверхнадежной технологией X5, создающей дополнительную защиту инструмента от пыли и влаги, и может работать в самых сложных погодных условиях. В данной модели ударного шуруповерта присутствует мощный бесщеточный двигатель для высокой производительности и экономичной работы на одной зарядке аккумулятора и долгого срока службы инструмента. Реверс для легкого выкручивания крепежа. Металлическая клипса для ношения инструмента на поясе. Подсветку рабочей зоны обеспечивает светодиодный фонарь. Тормоз двигателя для моментальной остановки патрона после снятия пальца с курка. Электронная регулировка оборотов. Режим А, помогающий правильно закручивать крепеж. На первом этапе для засверливания самореза подаются малые обороты. После в автоматическом режиме обороты увеличиваются. Данный режим предотвращает проскальзывание шурупов, повышает точность, препятствует повреждению резьбы. Режим А доступен только если инструмент вращается по часовой стрелке. При вращении против часовой стрелки в режиме А сила удара и скорость такие же, как и в режиме максимальной мощности. Шуруповерт TD111D имеет схему защиты от перегрузки, чрезмерной разрядки и перегрева. Эргономичный дизайн длиной всего 135 мм, прочный переставляемый зажим на ремень в комплекте, удобная прорезиненная рукоятка и корпус шуруповерта. Вес инструмента со стандартной 2-амперной батареей составляет всего 1,1 кг. Ну что, теперь предлагаю проверить наш инструмент в деле. Подведем итоги. Аккумуляторный ударный шуруповерт TD111D – это легкий, компактный, мощный и универсальный инструмент, который может работать при любых погодных условиях – под дождем, снегом и в запыленных помещениях. Он подойдет для профессионального использования и будет незаменим в частном хозяйстве. Более подробную информацию вы можете посмотреть на нашем официальном сайте. Ссылка в описании. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.